эти, прыжок, вот когда мы скакаем, мы постоянно кого-то пытаемся терять. Так, ребята, что это? О, мы надулись, мы шарики, мы прикольно надулись. Посмотрите, ребят, мы надулись, наши зомбики надулись. Ой-ой-ой, как круто, ням-ням-ням-ням-ням, дайте мне спуститься на землю. Посмотрите, как мы надулись, ребята, и мы просто по воздуху бегаем, вот это круто. Я думаю, наконец-то, скоро мы должны сдуться, а, все. Ой-ой-ой-ой, ребята, из-за одной бомбы мы вот так вот, из-за одной девочки мы вот так вот пострадали все. А перед просмотром этого видео не забудь подписаться на мой канал, а также поставить лайк этому видео. И чтобы не пропустить мои видео, нажми на колокольчик, а также прокомментируй, пожалуйста. Приятного тебе просмотра. Всем приветики, дорогие друзья, вы на канале Вечное Детство, с вами, как всегда, Юра, и мы продолжаем играть в эту замечательную игру под названием Зомби Цунами. Так, ребят, ну что ж, давайте посмотрим, что это за игра у нас такая интересная, мы в нее еще не играли, так что давайте продолжим. Так, нажимаем играть, и я так понял, здесь я зомбиком бегаю, и мне вот надо перескакивать такие ямы. Так, отлично, отличненько. Так, чувак какой-то там кричит, спасите. Так, девочка кричит, помогите. А, мы ее съели, ребята. А, все, и теперь она тоже стала зомби, я понял. Ребята, посмотрите, как только мы кого-то съедаем, он сразу превращается в зомби, посмотрите. Все, и нам надо всем, короче, выжить этим зомби и не умереть. Я так понял, нужно собрать огромную команду зомбаков и, собственно, проходить дальше эту замечательную игру. Так, еще одну девочку мы съедаем, отлично. Так, бомбы, ну на бомбы, наверное, я думаю, нам не нужно попадаться. Так, давайте вот так вот будем скакать. Так, что это такое? Ага, отлично. Ой-ой-ой-ой, ай, упали все мы. Да что ж такое? Так, ну ничего, у нас есть еще жизни запасные. У нас уже 5 зомбаков, как вы видите. У нас уже 5 штук, отлично. О, бомба, давайте перескакивать будем. О, смотрите, сколько людей. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Ого, сколько нас. Ребята, посмотрите, сколько нас. Какая нас толпа. Ой-ой-ой, машина, бомбы. Давайте парашютиста с собой съедим, заберем. Опять бомбы, прыгаем. Давай, еще раз прыгаем. Отлично. Вот это мне нравится. У нас 8 штук, ребята. Это... О, что это? Это какой-то цунами. Это какой-то сюрприз. О, все, я понял. Это какая-то бонусная штука нам дается. Ого, ребят, посмотрите, сколько нас. Посмотрите, мы на цунами. Посмотрите, сколько нас зомби. Нас огромная команда просто собралась. Реально круто, да? А сколько уже нас там, интересно, зомбаков? Ребята, нас 23. Нас 23 зомби, посмотрите. Вот это да. Вот это мы собрали бригаду. Вот это нас много. Вот это да. Половина попадала только что в ямы. Вот это прикол, а. Бомба, перескакиваем. Ай, скакаем. Опять скакаем. Опять бомбы. Нас осталось трое, ребята. Нас осталось трое из такой большой команды. Это просто что-то. Так, впереди что-то. Ой, там вертолет летел. Так, впереди нас ждет. Посмотрите, ребят, уже ночь. Уже мы бежим вот так вот. И здесь уже ночь настала. Да что ж такое, а? Так, отличненько. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Бам-бам-бам-бам-бам. Все, ребятки, мы с вами проиграли, я так понял. Или что-то в этом роде. Так, ну что ж здесь у нас? Берем. Все берем. А как же? Что это за мозги такие? Ребят, а, мы сумели 33 превратить 33 зомбака мы смогли. Отлично, просто круто. Так, передай своих друзей, свой... Ага, понял. Это нам зайти надо. Нет. Это мы не будем. Так, магазин. Добро пожаловать в магазин. Здесь вы можете купить бустеры обновленной версии или пропустить тяжелые задачи. Отлично, ребята, прикольно. Так, что у нас здесь? Призвать своих зомби с помощью шляпы нам пригодятся. Я-то понимаю. Но за что? Есть у меня за что покупать? Начните игру с дополнительными зомби. Отлично. Так, сколько у меня монеточек? Ага, уже у меня мало монеточек, ребятки. Давайте пойдем снова. Так, ну все, ребят, мы бежим с вами уже двумя такими зомбиками прикольными, которые хотят. Так, вот этого мы пока никак не съедим. Это мы в будущем, наверное, купим какую-то штуку, что мы сможем съедать и машины, и все такое. Так, давайте девочку съедим. Все, у нас уже 4. Отличная команда, просто супер. Я бы сказал, вообще самая крутая команда в мире у нас. Так, бомба, перескакиваем. Оп, девочка, еще раз скакаем. У нас уже 5 чувачков таких прикольненьких.
Оп, опять все отлично. Так, впереди будет что-то непонятное. Ага, видишь. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, ребята. Чуть-чуть. А что это? Землетрясение какое-то только что было. Чуть-чуть я не упал и не разбился. Так, в автобусе люди кричат, но мы пока в автобус добраться, естественно, не можем. Так, здесь мы потеряли немножко свою команду. И тут у нас ниндзя. Ребята, вау, мы ниндзя. Вот это круто, посмотрите. Ох, мы можем все, наверное... А, нет, ребята, я думал, мы бомбы все позбиваем, оказывается, нет. Так, давайте с собой заберем. Все, уже зомби-ниндзя у нас двое. Посмотрите, как круто, да? Не правда ли? Классно, просто замечательно. Так, давайте... Ой-ой-ой, чуть людей не перепрыгнул. Это же они мне нужны, мы их съели, нас уже пятеро. Отличненько. Отличненько, игра идет. Так, бомба, прыгаем, прыгаем, прыгаем. Так, здесь у нас человечек, мы его съедаем. Ой-ой-ой-ой. Ребята, реально, это... Очень-очень надо быть бдительным и аккуратным. Так, быстрее, у нас еще есть одна жизнь. Отлично. И мы продолжаем бежать этими сумасшедшими и прикольными зомбаками. Опа, сколько людей. Ням-ням-ням-ням-ням, как вкусно. Все, ребята, нас 9 человек уже бежит. Нас 9 зомбаков. Вот это круто. Ой-ой-ой-ой, все зомбики упали у меня в яму. Немножко я не досмотрел, и все зомбики упали у меня в яму. Так, это все, конечно же, хорошо. Так, это что такое? Приз вот этот. Продать. Вы хотите продать этот билет за 400 монет? Конечно. Все, ребята, у меня 500 монет. Все, мы все мозги с вами продали. Теперь давайте зайдем в магазин и что-нибудь купим. Так, это что? С помощью монет и бриллиантов вы сможете купить все, что пожелаете. Удвоитель монет — наилучшая, отложившаяся инвестиция. Конечно, так. Так, так, так. Бесплатные бриллианты. Так, вот у нас все, что стоит. Так. Так, ребята, что у нас здесь? Зомби-кепка. Давайте купим зомби-кепку. Отлично. И мы еще можем купить ковбойскую шляпу даже, ребята. Круто, круто. Вот это я понимаю. Так, и... Так, тут у меня уже есть. Это что? Цунами разрушает. Это все у меня есть. Осталось только разблокировать все остальное, да? Все, там даже НЛО я вижу какое-то. Так, ну что ж, давайте начнем бежать. О, ребят, в шляпе, посмотрите. Прикольный зомбяк в шляпе. Мы купили ему шляпку, и он очень доволен. Так, едем дальше. Или бежим дальше. Так, побежали. Ням-ням-ням, как вкусненько. Поехали дальше. Ай-яй-яй. Так, так, прыгаем, прыгаем. Отлично. Пускай съест эту девочку. Все, замечательно, замечательно. Все пошло у нас круто. Так, иди сюда, дорогая. Так, пока нас пятеро уже. Самый главный в шляпе он бежит, видите? Вау. Перфект. Замечательно. Ох, на бомбу мы... Ох, идите все сюда. Ха-ха, смотрите, какую мы бригаду съели. Их реально очень много, ребят. Опа-па, кто это тут? О, футболисты, ребята, ха-ха. Футболисты все сносят на своем пути. Посмотрите, даже танки. Они бегут в шлемах, посмотрите, как круто. Даже самолет, ребята, футболисты снесли самолет. Зомби-футболисты, вы такое видели когда-то? Вот это круто. Ой-ой-ой, половину футболистов сейчас простерять могу, ребята. Оп, зомби. Ребята, нас 20 зомби. Нас 20 зомби, уже меньше немножко подорвались. Посмотрите, сколько здесь бомб. Ай, посмотрите, как здесь круто, ребята. Посмотрите, как нас много зомби. Вот это да, мы убегаем от апокалипсиса. Вау, 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 помогите. Зомби хотят выжить, просто хотят выжить и ничего больше. Дайте хотя бы зомби пожить немножко. Круто, да? Не правда ли? Классно, просто замечательно. Ух, я думал, ребят, я уже не успею. Ой-ой-ой-ой, потеряли половину опять своих людишек. Иди сюда, дорогой, солдатика мы съели. Давайте дальше, прыжок, прыжок, прыжок.
Прыжок, только самые избранные перепрыгнут. И кто у нас здесь, ребята? Вау, тут, ребята, огромный мозг. Зомби, который выжигает лазером все на своем пути. Вы видели? Круто, посмотрите. Я тупо все хаваю, и тупо я превратился в такую огромную, короче, кучу зомби, которая помогает вообще, наверное, справиться с любыми заданиями. Просто замечательно. Так, прыжок, погнали, прыжок, погнали, прыжок еще один. Ой-ой-ой, потеряли одного. Все, девочку съели мы, или чувака, который там кричал, чувака, наверное. Потому что такой крик у него, не как у девочки. Так. О, ребята, мы уже, походу, можем хавать, вы видели? Мы уже даже с машины достали чувака или подругу. Посмотрите, как далеко мы уже зашли с вами, ребят. Вот, да, ребят, наши зомби уже, когда их толпа, они тупо могут эту машину... Ой-ой-ой. Только самые избранные перепрыгнут, ребята. Круто, круто, круто. Так, ой-ой-ой. Ням-ням-ням-ням-ням. О, как нас много. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, ребята. Так, конечно. А, нет, это нам придется... Придется попадать на интернет. Ну что ж, ребятки, ничего страшного. Мы с вами... Так, берем все, что здесь мы выиграли. Токсическая вода из крана. Так, берем токсическую воду. И 300 золотых у нас монет за это нам далось. Так, что у нас еще есть? Еще у нас есть мозги, ребята. 45, новый рекорд мозгов. Так, ну что ж, магазин. Опа-па-па-па-па-па. Ребята, посмотрите, что здесь у нас. Ниндзя бросают... сюрикены в бомбы, чтобы взорвать их. Вот это круто. Звездочки, сюрикены, такие звездочки, которые бросают ниндзя. Ну что ж, давайте поиграем, чтобы купить это все. Так, этого мы не успеем съесть, потому что нам надо бежать побыстрее. Так, погнали, погнали, погнали. Наши зомбики бегут. Отличненько. Так, он кричит, помогите мне, а мы говорим, не поможем. Иди сюда. Отлично, отлично, отлично. Так, еще одна есть. Давайте заберем его с мусорника. О, монет сколько там. У нас уже 5 человечков бегает, ребят. Этого мы бы не успели уже достать. Давайте девочку заберем с собой. Вертолет полетел. Так, давайте аккуратненько, аккуратненько здесь. Так, здесь бомбочка у нас. Опа, ребята, кто здесь у нас? Футболисты! Пошли, пошли! Футболисты все на своем пути сносят. О, сколько нас уже? 12. Ой, два футболиста потерялось по дороге, ребята, видели? Вот это круто, вот это да. Ой-ой-ой, куда я прыгнул над бомбу? Совсем нечаянно, ребят, извиняюсь. Так, перепрыгиваем в автобус, потому что мы просто не успеем съесть их. Так как можем проиграть, только самые избранные пройдут. Ребята, помогите. Самые избранные только пройдут этот уровень. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ребятки, нас 7 осталось. Но ничего, мы должны победить. Одного только что потеряли, но ничего, мы с вами сейчас его догоним, заберем, съедим нового чувачка, и будет у нас новый зомби. Ой-ой-ой-ой, ребята, не успели, не успели с вами мы. И таким образом немножко проиграли. Так, 15 мы с вами съели чувачков. Так, и давайте пробежимся снова. О, теперь уже в шляпе, посмотрите, двое. Разве это не замечательно, правда ли, скажите? Так, ням-ням-ням-ням-ням, как вкусненько. Ням-ням-ням-ням-ням, как это вкусно. Отлично, просто супер. Оп, девочка, кричи, помогите, мы ей помогаем, мы ее просто съедаем. И таким образом забираем ее с собой. А, все, она превратилась в зомби. Она теперь зомбяшка. Круто. О, парашютист попался как раз в зубы первому зомбику. Ребята, посмотрите, там он на крышах тоже. Посмотрите, что они делают. Они там зомбаки тоже на крышах, как и мы здесь. То мои братья, то мои друзья-зомбики. Так, подождите, подождите, подождите. Перфект, отлично, так. Ой-ой-ой, девочка, обязательно мы тебя заберем, мы про тебя не забудем, потому что нам нужно
питаться, чтобы вырасти очень большими и здоровыми. Круто. Ох, посмотрите, мозг, зомби-мозг, ребята. Ох, отлично. Вот это зомби-мозг. А, мы не упали. Мы упали зомби-мозгом, ребята, и проиграли. Я так понял, мы 11 этих съели. Так, тут все, мы забираем все, что нам нужно. Так, нам нужно еще немножко, чтобы забить это все и продать. Прыжок. Посмотрите, какая кепка, ребят. Мой зомбак в кепке. Прикольный глазер, да? Так. Help, help. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Какое help? Вау, круто. Вау, прыжок, прыжок. Отлично. Ох, как замечательно, просто замечательно. Ням-ням-ням-ням-ням. Съели. Прыжок. Отлично. Прыжок. Отлично. Съели. Прыжок. Круто. Вау, машина, ребята, все равно мы ее зацепили. Так, бомбочки перепрыгиваем. Ай, последний не успел, ребята, ну ничего. Ладно, давайте. Прыжок, прыжок. Вот когда мы скакаем, мы постоянно кого-то пытаемся терять. Так, ребята, что это? О, мы надулись, мы шарики, мы прикольно надулись. Посмотрите, ребят, мы надулись, наши зомбики надулись. Ой-ой-ой, как круто, ням-ням-ням-ням-ням. Дайте мне спуститься на землю. Посмотрите, как мы надулись, ребята. И мы просто по воздуху бегаем. Вот это круто. Я думаю, наконец-то скоро мы должны сдуться. А, все. Ой-ой-ой-ой, ребята, из-за одной бомбы мы вот так вот, из-за одной девочки мы вот так вот пострадали все. Ай-яй-яй, осталось очень мало нас, четверо. Давайте набирать массу. Вау, фух. Реально, трое. Реально, надо, короче, выживать как-то, ребят. Потому что очень сложно проходить эти уровни. Ой-ой-ой-ой-ой, вертолет. Так, все, у нас опять трое. О, ребят, опять в шляпе, чувак. Смотрите, появился. Прикольно, да? Зомбик в шляпе, зомбик в шляпе. Так, нужно не забывать, что нам нужно съесть как более можно людей, чтобы продать мозг ихний и заработать на этом целое состояние. О, цунами мне больше всего нравится, посмотрите. Отсюда и цунами пошло. Посмотрите, цунами все загребает на своем ходу. Вау, всех подряд, вот это круто. Всех загребает цунами. Перфект, отлично. Так. Перфект. Так. Ой-ой-ой, девочек перепрыгнули и забыли съесть, ребята. Чисто случайно так получилось, но так бывает, ничего страшного. Так, перескакиваем. Нет, ай, да что ж ты будешь делать-то, а? Проиграл, 20 мозгов только собрал я. Но ничего, тем не менее, ребята, еще разок, наверное, и мы сможем продать мозги. Так. Перепрыгнем. Перфект. Отличненько. Так, здесь девочку съедаем. Иди сюда, дорогая. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Иди сюда. Ох, отлично, отлично. Просто супер. Ох, круто. Парашютиста мы собрали. Отлично, 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 отлично. Просто супер, просто замечательно. О, берем, берем. Кто это у нас? Это у нас... Что? Вот у нас мозг, ребята. Зомби-мозг такой большой. Вау. Иду. Вау, зомби-мозгу ничего не страшно, ребята. Зомби-мутант. Вау. Ой-ой-ой, а нам деваться некуда, нам все равно. Мы попались бы на вертолет, нам некуда все равно деваться. Так, давайте прыжок. Вай-вай-вай-вай-вай. Ай, все, опять все упали. Да что ж ты будешь делать, а? Я не знаю, что ж такое. Ну что ж, ребята, у нас уже полные эти. Отлично, ребят, мы продаем. Продайте этот билет за... Да, конечно, продать. Все, ребята, у нас 1500 монет. Это означает, что мы теперь в магазине можем купить. Так, лотерейный билет мы можем купить. Группа людей в начале игры. Так, и двойные зомби. Двойные, ребята, это означает, что мы одного будем съедать, а два зомби будет из них появляться. Прикольно, да?
Так, что у нас здесь? Пока мы не давайте из этого ничего не будем покупать. А вот группу людей давайте купим. Пускай будет у нас. И посмотрим, что это за такая у нас новинка. Да. Так, ну здесь долго. Где же эта группа людей-то? Монеты вижу, да, много здесь монет. Первый пошел. Ням-ням-ням, иди сюда, мой хороший. Иди сюда, дорогая. Съели отличненько, отлично. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, зомбяки бегают, зомбаки. Перфект, отлично. Парашютиста давайте не забудем, отличненько, парашютист уже с нами. Дорогой наш парашютист, он уже с нами. Отлично, отлично, просто супер. Вай-вай-вай-вай-вай. Вай-вай-вай-вай-вай. Так, кто здесь? О, НЛО, ребят. А что дает нам НЛО? Ого, ребята, а НЛО нам дает больше этих зомбаков, что ли? Да, ребята. Да, или наоборот, забирает, что ли? Нет, ребята, оно клонирует. НЛО клонирует зомби. То есть, если у меня было 8 зомби, стало 9 НЛО. Одного склонировало, и два одинаковых у нас получилось. Ой-ой-ой, ребята. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, опять упали все в трубу. Да что ж ты будешь делать? Так, ну ничего. Ничего, обязательно мы с вами еще выиграем и не раз. И не раз мы победим с вами и будем проходить эту замечательную игру. Это была только первая часть. Ну что ж, дорогие друзья, этот выпуск подходит к концу. Хочу вас предупредить, чтобы вы обязательно подписались на мой канал, так как на моем канале будут очень часто выходить крутые и безумные видеоролики в различном формате. Также я хочу, чтобы вы поставили пальчик вверх и написали какой-нибудь комментарий. А с вами был, как всегда, Юра. Вы были на канале Вечное Детство. До скорых встреч в других видеороликах. Пока-пока.